Ой, ёпта, блин. Всем привет, дорогие зрители, с вами я, Никита Сусленков. И сегодня я покажу вам, что будет, если удалить папку WinCXS на Windows XP. Ну, например, покажу вам вот этот винду. Да, этот пример такой будет. Но лучше нельзя удалять WinCXS на реальной машине, потому что это приведет к критическому повреждению компьютера. Ладно, итак, давайте посмотрим, где уже она расположена будет. Итак, Win. А, WinCXS, вот она эта папка. А, для начала выделю на всякий случай, чтобы потом было. Для этого включаем командную строку, чтобы на всякий случай было. Так, Dell. Так, подождите, сейчас помню. А, да. Ой, не так. Извиняюсь. WinSX. Так. Так. Ага, все удаленно. А теперь для этого сам удаляем эту папку на всякий. Ой, не так удаляю, извиняюсь. Вот, ну теперь просто выделяем, удаляем. Не удается удалить куни, нет доступа, мисс Диск может повредиться. Да хер его знает. Ты, блин. Ребята, я просто не могу так удалить, потому что здесь появляется просто ошибки здесь появляются. Вот видите, ошибки появляются здесь, ничего не понимаю. Не знаю, ну давайте перезагрузим. Перезагрузим. Ого, какая перезагрузка. Да. Ох, сегодня сейчас день еще не задался, ребят. Вот так вот. Тогда так вот. Какой-то упрощенный стиль. Я думаю, что это так. Ну да ладно, пофиг. Хуя себе. Что это? Где рабочий? Где панель задач? Где она? Ё-моё! Что это за конкой? Чёрт! О! Ебануться! Сиськи мылся! Это как так-то, ребят? Всё, камзда! Где? Походу. Блин, как тебе всё это... Батюшки свои светлые, я сейчас буду показать рабочий стол. Не показывается, ребят, не по... Да, походу, все когда. Куда теперь нажать-то, я не могу понять. Так, подождите, я сейчас тут... Я сейчас не знаю, как все это, вот мои документы на... А, это просто словечки. А, ладно. Я сейчас просто сдохну. Блин, в автозагрузке просто ничего нету, хотя так и надо было. Вот все как-то упрощенное. Ё-моё, ё-моё. Как включить мой компьютер? Я не могу, блин, понять, блин. Черт, ребята, я походу уничтожил его. Ну, куда все нажать, блин? Вот это в плане запуска так. Прикольно. Походу не надо было удалять папку WinCXS, вот что произойдет. Ну как-то так. А, еще теперь еще вот эта вот фигня теперь больше не появляется. Вот это окно теперь. Капец! Ха, прикольно. Ну да, ребят, вот так вот и. Не... Вот что будет, если вот удалить папку WinSXS. В Windows
XP. Да, Windows XP. Что ж, с вами был Никита. Сейчас пойду перезагружу его. Хорошо, что я, у меня вот оптический диск. Я это... Так, перезапуск. Хорошо, что я это оптический диск. Вот эту вот. Да, системный диск от Шарапова, да. Это, вот там, Шариков. От Шарикова. Не удалил. А то бы еще фигня было бы, и все, капут в винде. Что ж, с вами был Никита, и пока.